В интимной квадратной обстановочке я вас приветствую. Майнкрафт у нас сегодня продолжается, и это будет, наверное, одна из самых продуктивных, возможно, серий. В общем, дел до хренища, хрен ли я тут стою, погнали. Значит, что мы должны сделать, в общем-то, обязательно в этой серии? 100% надо достроить первый этаж, расформировать, распланировать комнаты, где что будет происходить, где что будет производиться. Вообще, нужно все сделать таким образом, чтобы в будущем сюда можно было интегрировать ME-сеть, потому что в идеале бы надо в нее, конечно, выходить. На индастриале и билде далеко не уедешь, плюс ко всему нужны фермы, которые чисто в теории я бы хотел забубенить куда-то вот наверх. Да, кстати, по поводу верха. Эта гора была успешно сброшена, то есть мы сбросили... Коля очистил весь биом от всякого мусора. И теперь она, так сказать, в нормальном состоянии. Не вся там не раздолбанная, там нет миллиардов факелов. В общем, все с ней отлично. Так что давайте приступать к строительству. Где-то тут были мои булдыгоны. Да-да-да, вот они. Я, честно говоря, достаточно скептически отношусь к окнам вот здесь, потому что я хотел эти места использовать для создания лестниц. С другой стороны, лестницу можно будет интегрировать и в главный коридор, причем интегрировать ее... буквой П, скажем так, да. Поэтому сейчас сначала я сделаю каркас, а потом уже будем думать, размышлять, и что-то я не то немножечко поставил. Да. Карьер, кстати говоря, надо бы проверить, потому что он у меня работает уже довольно-таки давно. Так что я сейчас быстренько оттуда добегу, потом продолжим строительство. В идеале бы еще Майла встретить и приручить, потому что что-то он от рук отбился после последнего обновления. И здесь нужно будет продублировать туннель, потому что там бегать тот туннель, который я создал, немножечко неудобно находится. Я так побегал и понял, что как-то вот что-то с местом я, по-моему, немножечко накосячил. В остальном все вроде бы идет по плану. Я пока не могу обрисовать конец этого прохождения, чем оно будет обусловлено, но я точно знаю, что пока мы не выйдем в ME-сеть, я 100% завершаться пока не хочу. Единственное, только одна большущая просьба. Есть очень много вопросов по поводу сборки. Еще раз уточняю, сборка выложена будет только после завершения прохождения и только когда сервер будет отключен. До этого времени сборки не будет. Справедливости ради должен сказать, что в интернете миллиарды индустриальных сборок, которые детальней этой, там больше модов, вы можете больше чем заняться. В общем, короче, смотрите, сборок реально дохренища. Почему у меня стоят движки? Наверное, потому что кончился уголь. Охренительно! А как так вышло вообще? Ладно, давайте проверим, что у меня тут накопалось. Это я помню, сбрасывал трубы. Ух ты ж, мать его. То есть, получается, у меня булыжники здесь все повываливались, да? Черт, сколько же их. Давайте возьмем две пачки и запихаем их сюда. Ибо надо жариться. Жарься ты и жарься ты. Тебя я тоже забираю. И надо, это, создать вот такие вот каменные кирпидоны. Да. Что-то их как-то дохренище получилось. Ну и ладно, много не мало. Так, ладно, тогда я отрубаю этот самый мой, вот этот вот. Мою батарею с движками. И давайте посмотрим, что мы тут накопали. У нас есть целый стак железа. Я подозреваю, что да, его даже побольше. Блин, какое хорошее месторождение мне попалось. Мрамора тоже куча. Надо бы его как-то использовать. Подумаем. Сейчас надо с углем решить вопрос. И это... запустить заново карьер. Или не запускать. Наверное, пока не буду запускать, потому что надо еще с железом разобраться. Тут с железом, твою мать, с булыжниками. Булыжников слишком дохренище. Вот такие пироги. Просьба не бомбить. Это сделано для безопасности. Мы специально не выкладываем сборку. Автор сборки не я, автор сервера не я. Поэтому называть этот сервер моим очень опрометчиво. Я тут гость, поэтому правила устанавливаю не я. Вот такая вот история. И, честно говоря, если бы это был мой сервер, скорее всего, сборку я бы, наверное, тоже, руководствуясь логикой, не выложил. Потому что, ну, надо так, поверьте, надо так. Давай уже, плыви, Форест, срань господня. Надо строиться уже. В идеале, надо бы еще сегодня перетащить механизмы сюда, но я думаю, что мы не успеем. Но я буду очень стараться вот так вот. Продолжаем большое строительство. Ага, здесь уже у нас идет вот этот блок. То есть и вот здесь тоже получается. Тут главное не накосячить. А то накосячу, и будет печаль. Я окна хотел делать так. Или у меня... Да, у меня повсюду он идет. Окей. Не вопрос. Ладно, поплыли. Значит, придется делать вот так. Мне потом проще снизу будет все это обделывать. Мне еще нужно с полом разобраться. Я вот, кстати, думаю насчет пола. Я хотел... вот как перед записью я размышлял. Типа, из чего бы лучше всего сделать пол?
Мне больше всего нравится шерсть, на самом деле. Она прикольная, от нее клевый звук, и она довольно-таки смотрится нехило, учитывая шейдеры, которые у меня установлены. А потом я вспомнил, что для того, чтобы делать шерсть, нужно стричь этих задниц пушистых овец. А для них нужен загон, короче, лишний геморрой, а у меня на него тупо нету времени. Мне нужно достроить мою, так сказать, первую фабрику, а потом уже развлекаться. И нужно было взять с собой еще булыжника, чтобы, так сказать, продлить вот это вот все безобразие дальше. Ну ладно, по крайней мере, я сейчас стекла доделаю, я еще тут в середине не разобрался. Ну давайте, может быть, сделаем как? Мы добавим два блока вот так и вот так. И у нас получится здесь двойное окно, а везде они какие? Двойные или тройные? Сейчас посмотрим. А, везде они тройные, а посередине будет двойной. Ну и ладно, я потом, может, какую архитектурную срань сюда прилеплю. Так, продолжаем застраиваться. Я, по-моему, там на одну дырочку вот, да, пропустил. Это у нас окна. Дальше едем. Это у нас опять окно. Насчет фасада можете не переживать. У меня есть пара мыслей, как его прикольно обделать. Коля, кстати, о прикольном обделывании Коля начал делать тоже фабрику. Я обязательно вам ее покажу в следующей серии, потому что в этой у нас тупо нету времени на экскурсии. А в следующий, возможно, появится. Потому что, возможно, я буду уже не один. Но это еще не окончательный вариант. И почему здесь 3, а должно быть... В смысле, почему здесь 4, а должно быть 3? Вот здесь не хватает блока. Вот так теперь нормально. Пропустил, видать, пока это проектировал-то мою эту базу-то прекрасную. Во. Все нормально. Здесь у нас опять окно. Надо лестницу такую сделать, чтобы я мог забраться, потому что сейчас пойду за булыжниками, ибо кончились что-то немножко. Все вроде, да, тут закончили. Сейчас надо вот этот каркас сделать, не, вот эту линию. И можно будет уже потолок, наверное, мутить. И вот с потолком вопросы. Да, с потолком вопросы, как, опять же, какой вот делать. И я бы опять сделал бы шерсть, но вы помните, что я про нее сказал. А, еще, кстати, да, я думаю, что все заметили, еще на превьюхе у меня тут снег появился. Это привет от Коли, он тут привел мне снеговика, тот раскидал мне тут снега, скажем так, да. Я просто хочу проверить, может быть, у меня здесь есть булыжники. У меня здесь есть полированные камни, кстати, что тоже немало важно. Каменные кирпичи, черт, у меня их просто здесь миллион реально. А вот булыжника что-то как-то я не наблюдаю. Этого мало. А вот полированные заберем здесь, это, видимо, их поделила труба. И больше булыжников я здесь не вижу. А, вот есть, смотрите, 64 булыжника есть. Давайте кости, стрелы выложим. И возьмем отсюда булдыгоны. Булдыгоны — это хорошо. Так, превращаем их в нормальные булдыгоны. Где он там, полированный кирпич-то? Странно. А он прям, по-моему, так и назывался, не? По-моему, нет. А, твою мать, это полированный андезит. Я, короче, что-то сегодня не вижу ни хрена. Я-то думал кирпич, а это андезит. Ну и ладно. В любом случае, не пришлось бежать к карьеру, и это меня радует. Пойдемте туда опять и продолжим мою вот эту штуковину. Сейчас опять ночь, что ли? Твою мать. Я думаю, что вы не против, если ночью я буду пережидать, потому что помните, наверное, сколько раз в прошлой серии я подох. Я что-то как-то вот не хочу опять. Уж извиняйте. Продолжаем. Собственно, по поводу МЕ-сети. Я уже с ней работал, когда она только была в стадии зачатия, мод только появился. Не знаю, как сейчас обстоят дела, надо будет с Максом проконсультироваться. У него уже МЕ-сеть стоит. И мне вот очень интересен факт, как распределять ресурсы по вот этим трубам, как эта механика работает. Потому что тогда, когда он появился, трубы работали дико странно. И, по-моему, нельзя было импортировать, экспортировать. Поэтому этот вот вопрос меня сильно волнует. Я бы хотел найти на него ответ. Но я думаю, вы мне сейчас в комменты напишите что-нибудь по трубам. Я еще обязательно вики почитаю, потому что, ну блин, столько модов просто невозможно запомнить, особенно когда ты года 6 или 7 не играл вообще в Майнкрафт. И по поводу выхода серии тоже скажу. У нас какая-то сегодня прям информационная серия получилась. Ну а что делать, пока строительство идет, правильно? Так, сейчас я посплю, я на сервере один, ну и огонь. У меня, правда, кровать там находится, надо ее перетащить, вот заодно и перенесу. Да господи, забирайся уже, твою мать. У меня сейчас сожрут, а это мне совсем не нравится. Вот, собственно, по поводу частоты выхода серии. Они будут выходить, ну не сказать, что прямо дико редко, но мы ограничимся, скорее всего, сериями двумя или тремя в неделю. Это сделано для того, чтобы у меня было время на остальные проекты, потому что сейчас полезут новинки, да. Потому что лето начинается. Здравствуй, дом, милый дом. Как давно я здесь не был. Баиньки, ну проснись. Я же один? Черт, я один на сервере, а че ночь-то не проходит? О, вот эту грустняшку я сейчас словил.
Серьезно, мне придется сидеть ждать? Это дико дерьмо. Прям вот, прям полное дерьмо. Ладно, подождите. Надо заняться чем-то полезным, пока я тут ночью шарюсь. Здесь есть что-нибудь? Здесь куча меди. Двигатели эти включены, этот не включен. А это у нас экстрактор. Ну окей. Мне пока не нужны все эти примочки индустриальные. Хотя вот надо бы это дело разобрать вот здесь по-любому. Потому что оно мне в принципе уже не понадобится. Я, наверное, сейчас вот что сделаю. Сколько у меня свободных слотов? Допустим, я сюда вот запихну. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5. Столько же, сколько и двигателей. Давайте угля возьмем тогда. 1, 2, 3, 4, 5. Чтобы запустить карьер просто. И я не помню, я жёг уголь или нет. Вот хоть убейте. Старость, не радость, забыл совсем. Сейчас я гляну. По-моему, нет. По-моему, да, у меня тут яма осталась, а у угля-то там... О, началось, слыхали? Это была грёбаная стрела, так что я, пожалуй, вернусь в дом и буду там переждать ночь. Увидимся, ребята, утром. До свидания, падлы. Чёрт, у меня дырки в доме. Опасное дерьмо, я спущусь ниже. Утро к нам приходит. Чёрт, как мне нравится этот грёбаный свет. Окей, а что я там хотел? Уголь в движки и взять булыжников. Окей, берём. Но мне, кстати, да, надо что-то с углем решать, потому что он кончается, на следующую, так сказать, топку карьера может не хватить. С другой стороны, он достаточно долго работает на одном стаке угля, поэтому, наверное, может быть и хватит. Вот прям может быть. А может быть и нет. Вот сейчас будем проверять. Мне еще надо комнаты как-то размечать. Ну ладно, с этим разберемся. Сейчас меня интересует пока что только карьер. А потом возвращаемся к строительству. Если эта серия будет слишком длинная, уж извиняйте. Я не знаю, сделайте паузу. Посмотрите ее за два захода. Я, по-моему, потерял свою дырку, которую копал так усердно. Да, она вот здесь. Вот он, мой коридор. Коридор жизни. С освещением. Вся фигня. Так, прибыли. Вы, ребята, что, под напряжением? Нет, вроде не под напряжением. Вот тебе. Тебе. И тебе, и вот тебе, и, конечно же, тебе. Во, держите, ребята, запускайтесь. Пошла жара. Вы что, все еще варите? Серьезно? Блин, как долго, охренеть. Так, возьмем 1, 2, 3, 4 булыжника. Это на гладкий камень. Возможно, мне это пригодится. Сейчас у меня еще здесь все это доплавится, и будет отлично. Я думаю, что вот этих булыжников будет уже немного. Давайте посмотрим, насколько я уже накопал. Я беру свои слова обратно, да. Я еще очень-очень близок к ничему. Нужно больше рыть. Возвращаемся к постройке. Продолжим. Здесь окно, поехали дальше. И здесь она... А, подождите, здесь у меня либо глухая стена будет, либо дополнительный вход. Но, честно говоря, я бы не хотел дополнительный вход здесь строить. Ну и окно здесь вообще на самом деле смысла особого не имеет. Или имеет. Ну давайте двойное сделаем. И будет прикольно. Вот такое вот окно. Пускай будет. Мне норм. Продолжаем строительство. Я думаю, что весь снег у меня растает, когда этот самый мой прекрасный фабричный завод будет готов. Но не уверен, на самом деле я точно. Так, окошечко. Я, по-моему, там пропустил дырочку. Это я могу. Ага, это у нас середина, да? Я решил там сделать двойное окно. Значит, 1, 2. 1, 2. Получается 3. Черт. Так, здесь нет, здесь есть. Вот здесь еще блок. И тогда все будет по фэншую. Что-то какая-то большая стена, не? Ну ладно, пофигу. Моя же постройка. А себе можно простить любой косяк. Так. Практически завершено. Вот это надо удалить. Так. Ага, и дальше у нас уже идет гладкий, я понял. Давайте сделаем гладкий. Как раз для этого я булыжник и взял себе. И поплыли дальше. Воу, по-моему, я там стену захерачил случайно. Ну ладно. Сейчас главное соединиться с тем этим. С тем этим. Соединимся, и все будет хорошо. Оп, и оп. И все готово. Ребята, можете праздновать, открывайте шампанское. Каркас практически достроен. Правда, вот здесь я накосячил, это я сейчас исправлю. Эй, ну что вы... Вот почему вы именно сюда решили броситься, а? Сумасшедшие булыжники. Так, здесь у нас окно. Это пошло не по плану. Здесь у нас большое окно, судя по размерам. Я уже просто позабывал, что я тут нахимичил. Так, а вот это вот окно меня немножечко смущает. Мне кажется, оно должно быть уже. Вот что-то мне так подсказывает. Например, вот такое.
А вот так мне даже нравится, кстати. Не, ну давайте это оставим пока задумку первоначальную, а потом, если что, уже когда над фасадом буду работать, я уже тогда подумаю, как лучше что делать, потому что сейчас мне это некогда этим заниматься. Дверь у нас в два блока, вот так вот. И, кстати, я бы над дверью, вообще дверную арку можно сделать, мне кажется, будет смотреться прикольно. Она будет выделяться и обозначаться. Вот типа так. По-моему, прикольно. И как раз тут арка получается. Здесь еще над ней можно фонари будет повесить. Да, над системой освещения поработать придется основательно, потому что я хочу, чтобы все здание освещалось у меня с этих, как они называются, с ламп. То есть никаких факелов. Ну, на начальных этапах понятное дело, но в будущем, конечно, никаких гребаных факелов быть не должно, потому что я так сказал. Черт, гребаный снег. Как бы тебя так быстро убрать-то? Ну, по идее, он должен растаять, если он будет находиться в помещении. Я просто уже не помню, как работают все эти механики и Майнкрафта. Но сейчас единственное, что я точно знаю, мне нужно сходить до дома и решить вопрос с углем. У меня вот есть 24 дуба, и, по-моему, я еще куда-то вот складывал тоже кучу дерева, и где-то куча, ума не приложу. Здесь вот ни хрена нету, здесь 12 забираем, здесь еще 24 тоже забираем. Эти дубы нужно сейчас будет сразу перефигачить в охапки дров. Вот так вот. Получилось 15 штук. Этого, в принципе, достаточно, но хотелось бы тоже больше. Тем более, что я вроде бы в прошлой серии срубил там весь лес. Так что сейчас будем смотреть и проверять. Ну и пока будет гореть этот самый дуб, я, наверное, займусь созданием остекления и подумаем над полом. То есть потолком, в моем случае, потому что второй этаж мы будем уже, наверное, делать в следующей серии. И в это единственное, только надо будет с лестницей поработать. Так, смотрим, короче. Я сюда ничего не клал. Ну точно, вот еще есть два стака угля, которые я по какой-то хрен взял, а мне это не нужно сейчас. В хламе, во, мне нужны леса. И, по-моему, у меня еще здесь были в подарках леса. Берем их, 56 получилось. А, вот они, куда мои дубы-то уехали, я понял. Короче, берем еще стак и создаем из них охапки дров. И получилось у меня 31 охапка. Давайте ее выкладывать и поджигать. Кстати, да, чтобы поджигать, надо взять зажигалку. Зажигалка у меня была в инструментах. Вот она. Вместо земли... Не, земля мне тоже пригодится. И вот так. Вперед создавать уголь. А угля-то будет немало, я вам скажу. Где мои охапки? Вот они. Леса я взял для того, чтобы работать с окнами и вообще залезать в моем доме на будущее. Выкладываем охапочки. Охапочки. И раз, два, три. Все. Вроде бы больше охапочек нету. Как-то по-тупому я выложил. У меня больше реально нет дров. Потому что вроде бы там были. Вроде бы там еще дрова-то были. Можно срубить, конечно, но я бы не хотел сейчас. Мне просто не хочется тратить время впустую. А, вот, смотрите, а. Хоть одним местом жри. Давайте мне все 15. Булочку сейчас сожрем. Огород еще надо собрать будет. Коровка, ты бы валила отсюда. Так сказать, ради твоей же безопасности. Потому что здесь... внезапно. Потому что скоро здесь все будет гореть адским пламенем. Коровка, ты бесишь меня, понимаешь, коровка? Я ведь тебя сейчас подожгу нахрен, понимаешь? А, вот этим надо, да. Можешь уйти, пожалуйста. Спасибо. Так, у меня еще осталось 6. А здесь у меня в 4 блока, да? Ну давайте продлим, какая нахрен разница. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Просто я хочу, чтобы все у меня было в дереве. Это... Вот эта площадь даст мне просто дохренища этого угля древесного. Поэтому мне его может хватить еще на пару-тройку серий, если не больше. Поэтому ферма угольная иногда у меня даже под вопросом после таких вот вещей встает. Ну потому что прикиньте, какой сумасшедший выхлоп получается с этих вот охапок. Забаррикадируем все это. Так, ну что там? Не дотянуться тебе, что ли? Каши мало ел или хлебушка? Оставляем уголок. И сейчас будем поджигать. Опа, слушаем. Пошла жара. Отлично, уголь у нас есть. И это меня чертовски радует. Больше, по идее, мне здесь пока делать нечего. Единственное, я бы хотел сейчас вот этот весь хлеб собрать. Но, наверное, подожду, пока вот этот росточек вырастет, да. Хлеб, пшеницу. И, по-моему, опять ночь, да? Потрясающе. Ну, хотя бы до дома надо добежать. Коровка, привет. Ты там следи за моим углем, окей? Никуда не уходи.
В принципе, отлично вроде получается пока. Теперь нам нужно переждать ночь и не сдохнуть от этих пауканов. Ау! Эть, хренушки вам. Ждем ночь. Да, то есть ждем утро. А, да. Утро к нам приходит, а паучки от нас уходят. Так, я пока тут с камерами развлекался, что-то и забыл, что я хотел сделать. Во-первых, я хотел заморочиться лестницей, это я помню. Но перед этим... О, кстати, а уголь... Не, уголь еще не догорел, он же больше суток горит. Вот шиш падла. Ладно, давайте выставим леса. Потому что нужно над полом потрудиться. И учитывая, что у меня последний блок идет вот этот каменный, давайте я сначала его доделаю по кругу. Оу, пардоньте. Я совершенно забыл, как работают леса. Они же вот так работают. Оп и оп. Все, теперь можно забираться. И спокойненько ковыряться. Сейчас мы вот это вот доделаем. Еще главное не свалиться. Но я вот все время, когда так ношусь, сваливаюсь. Да, вроде лавы нет, поэтому я особо не пострадаю. Хотя я вроде уже приблизился. Вот так вот. И вот тут уже надо решать по поводу потолка. Либо ограничивать его вот этой линией, то есть вот здесь пойдет потолок, либо делать еще один блок и только тогда строить потолок. Но в этом случае мне кажется, что будет, по-моему, слишком высокий, слишком высокая фабрика, которая чисто в теории даже, возможно, если говорить о плюсах, позволит мне больше коммуникаций под потолком тянуть. И их можно будет как-то обшивать, там блокировать, потому что сейчас у меня нету фасадов, вот этих вот тонких блоков, скажем так, которые очень мне пригодились бы для подобных мероприятий. Но чтобы их создать, надо лазерную вот эту вот срань из билдкрафта делать. В общем, короче, почему-то разработчики усложнили производство фасадов как-то, как мне кажется, неадекватно. Потому что фасады, они на геймплей не влияют, тупо на красоту. Зачем это надо было усложнять создание этого лазера? Может, им просто хотелось какой-то лазерный станок ввести, но они не понимали, зачем и как, и вот решили, ну, давайте будут эти создаваться там фасады. Ну и вот смотрите, что у нас получается. Если мы строим, короче, крышу еще плюс один блок, тогда у нас получается очень много расстояния. Но если мы крышу строим вот так, вот, твою мать, вот так вот, потолок, то есть, где у нас будет, тогда это достаточно логично, потому что, видите, пол у нас отделяется вот таким вот блоком, и в принципе, потолок будет делать то же самое. Единственное, да, это немножечко неудобно, потому что высота не позволяет мне строить вот... Ну, вот так она мне не позволит строить без коррекции. Но это, короче, очень неудобно будет выглядеть, и, честно говоря, мне не очень нравится потолок кирпичный. Прямо вот вам как вообще? Напишите в комментариях по поводу этого потолка. Давайте сейчас перекроем начало вот это. И подумаем, как лучше сделать потолок. Потому что что-то мне вот... Слушайте, там у меня мрамора до хрена, да? Сейчас я мрамор принесу сюда из карьера. И мы вместе посмотрим. Ну вот как будет смотреться, если это дерьмо перекрыть. Здесь же у меня симметрично, да, выглядит? Да. Здесь симметрично и здесь симметрично. Вот, короче, смущает меня такой потолок на самом... Как в замке. Я люблю замки, но вот в вопросе фабрики там это не очень актуально. Скорее, больше тупо даже, чем актуально. Ладно, побежали к карьеру. Давайте возьмем оттуда гранит и посмотрим, как будет смотреться с гранитом. С другой стороны, можно не париться и сделать вот такой потолок, который уже, в принципе, смотрится как потолок, но мне не очень нравится, что он серый. Я бы хотел, чтобы он был либо белый, либо, может, не знаю. Ну, белые потолки, знаете, всегда хорошо смотрятся. Это такой универсальный цвет для потолка. Здесь курица? Нет, это земля. О, как кажется, у меня галлюцинации уже. Я везде вижу кур. Так, приходим смотреть, что у нас происходит. 50 сожрало угля. О, беда, беда. У нас кончился булыжник. Забираем. Выкладывайте, ребята, а то сейчас сервер еще положу. Вот они, видите, где валяются. Забираем их. Ага, да, я представляю, сколько там булыжников, что их даже не забрать. Окей, здесь у меня вот это вот выкладываем, это забираем, делаем здесь то же самое. Жарься. А, я не забрал, не жарься тогда. Черт, нужны еще сундучеллы. Сундучеллы, а у меня хватит на сундучеллы? У меня не хватит на сундучеллы, потому что у меня вот один только этот, дуб и 4 деревяхи. Порубим немножечко. Мне нужно что-то скинуть. Ну, скажем, вот сюда. Да, может, булыжник пока сюда и поскидывать? Ну-ка, дайте мне еще. Держите вам булыжник.
тут еще нормально слотов остается. Слотов, без разницы. Да, камня-то у меня прям дохрена. Сколько здесь вываляется? Опачки. Да нет, не так уж и много. 2 стака всего было. Так, тебя я хотел положить сюда. В общем, короче, на шлак такого размера карьера нужно 4 вот таких сундука. Да, ну что под шлаком я имею в виду булыжники. Вот. Или, учитывая их количество, я сейчас делаю просто вот такой финт ушами. Берем и вот сюда вот выставляем булыжник, и все, проблема как бы решена. Теперь весь булыжник будет уничтожаться, который идет сверх нормы. А я считаю, что после вот этого все остальное будет сверх нормы. Итак, мрамор. Здравствуйте, мрамор. Берем мрамор и смотрим, что из него можно сделать. Из него можно, по сути, сделать все то же самое. Но мне вот такой очень нравится. Смотрите, да? Как вам такой, прям с трещинками. Он, конечно, в сортир бы хорошо подошел. Давайте его поставим, посмотрим, как он выглядит. Мрамор. Тупо белый блок. Кстати, очень похож на шерсть. По-моему, я нашел, ребята, решение моей проблемы с потолком. Мне очень нравится, как выглядит мрамор. И хорошо, что я его не уничтожил, а сказал фильтровать. Так что да. Можете писать, конечно, все равно свои предложения по поводу этого потолка. Но я для себя решил, что мрамор мой вариант. Так, а что я еще сегодня хотел сделать? Первый этаж окей, да, сейчас еще лестницы будем делать из кирпичей каменных. И, в принципе, наверное, все получается, да? Вот такая вот серия на целый первый этаж у меня ушла. Довольно-таки нехило. Можно, конечно, ее продлить, но это будет немножечко неадекватно с моей стороны. Сейчас потолок доделаем, а там будем уже смотреть. Еще надо вот это вот дерьмо разобрать. Сейчас мы его разберем. Не, возможно, не хватит, кстати, мрамора. Возможно. Но в любом случае фиг с ним. А вот мне интересно ваше мнение узнать. Напишите мне опять же в комментарии, что вы думаете по поводу взаимодействия с другими квадратными жителями нашего региона. Потому что я точно знаю, что у некоторых из них есть куча ненужных им ресурсов, и их можно в принципе забрать. Не на торговых отношениях, а просто так взять и забрать нахрен. Ну вот смотрите, такой вот потолок у меня получается. Мне нравится, кстати. И считайте, в нем будут люстры, которые будут рассеивать свет. В общем, короче, огонь. Огонь. Так и сделаем. Это было тоже точно не по плану. Мрамор, ты чё? Ты нормальный? Так, сносим все здесь. Я, по-моему, не весь мрамор забрал из своего ящика, который у меня находился там. Ну, там он у меня находился. Да, и я не весь его забрал. Что это за звук? Я не люблю такие звуки. Все, с этим разобрались, продлеваем мрамор. Черт. Ну вот как-то так. А вот дальше уже будет сложнее. Сейчас мы вот здесь крышу сделаем. Так, леса можно разобрать. Блин, какие же классные все-таки эти леса. Да, серьезно? Как я мог нахрен сюда упасть? Что я за человек после этого? Ой, беда. Нам нужно обязательно создать пол вот здесь вот, потому что как же мои цеха-то будут себя чувствовать. И я вот думаю, какой делать там пол. Честно говоря, вот тот, который я сделал на коридор, меня более чем устраивает. Я думаю, что вы согласитесь со мной. Тем более, что у нас куча булыжников, которые можно в это превратить. И у меня куча железа, которое можно использовать на создание стамески. Поэтому, да. Поэтому сейчас будем тратить весь мой булыжник к чертовой матери. Сколько у меня его вообще? Давайте я сразу перефигачу. Так, не-не-не, ты пока сиди на месте. Мне нужны вот эти вот. Гладкие блоки раз, гладкие блоки два. И вероятнее всего даже 3, потому что, ну, здесь реально придется много сделать пола. И погнали. Оп, черт, как так вышло-то, дерьмо. Это я могу. Продолжаем. По-моему, мне не хватит. Я, по-моему, уверен в этом на 300%, что мне не хватит на пол. Так что сейчас мы, походу, отменим уничтожение булыжника, будем его использовать именно для пола. Только на 1,5 хватит, серьезно? Это было бы очень печально. А, все, я вспомнил. Мы сегодня должны были доделать первый этаж и разграничить комнаты. Ну вот если у меня хватит на пол, а у меня, по идее, должно хватить, то, может быть, и прокатит. Есть что-нибудь типа земли? О, есть булыжники. Ну ладно, давайте один потратим. Я просто не хочу здесь хоронить мои эти леса строительные. И у меня, по-моему, последняя булочка сейчас исчезнет. Вот прямо бы взяла и исчезла. Так, ладно, давайте пока мрамор израсходуем. Это забираем, кстати. Так, и, в общем-то, у меня еще 55 осталось, да? Слушайте, ну это, кстати, нехило. Это нехило.
Но мне уже сюда неудобно будет сейчас строить, поэтому нужно подождать немножечко, пока я с полом решу вопрос. А чтобы решить вопрос с полом, мне нужна еще одна стамеска. А чтобы сделать еще одну стамеску, мне нужны палки. И слава богу, у меня все ресурсы есть с собой. Здрасте. Кладем ее сюда и делаем еще гладкого камня. О, этот звук мне совершенно не нравится. Ау, иди в сраку. Тварь. Скотина. Умри, падла. Ждем утра. Ну что ты там, приболел что ли? Слушай, друг, может тебя аспиринчика вынести? Так, делаем еще кирпич. О, это же мой друг в золотых штанах. На тебе, похаря. Я тебя победил, а не солнце. Так и расскажи своим друзьям в аду. Ладно, продолжаем мою польную эпопею. Польная эпопея закончилась. Отправляемся к карьеру, берем больше булыжника. А, так, и что у меня тут есть? Жареная баранина. И вот это вот гнилая, вот это фу какая. Мне не надо. Баранинка еще есть, поэтому можно особо не охотиться. Прикиньте, я вот сколько, на 3 серии себе наохотился. На одной серии я наохотился себе на 3 серии. По-моему, это круто. И мой коридор тут что-то зарастать начал. Это не круто. Так, баранину сожру, когда не будет 4 или 5 этих самых куриных ножек. Здрасте, как у вас тут идут дела? Булыжники уничтожаются, здесь булыжники плавятся, а тут они забираются. Так, давайте их сразу перефигачим. Так, и вот так, и вот так, и вот так. Ну, оставим 3 на будущее, мало ли еще пригодятся. Что у вас тут, ребята, с топливом? 43. Кстати, о топливе. Я думаю, что мой этот самый угольный торфяной склад уже готов к своему сбору. И надо будет сейчас собрать все это безобразие попозже. Но это точно попозже, потому что сейчас мне нужно доделать мой гребаный дом. Вот эту вот фабрику. Я в ней и жить буду, на самом деле. Я думал над домом сначала, но может я в ней и поселюсь на самом-то деле. Офигли. Фигли стесняться, если это мое. Так, вот этот булыжник берем. Надо выложить все барахло будет еще. Но попозже. Сейчас мне не мешает. Так, с этим разобрались. Отлично. Теперь идем сюда. О, готово. Да. Все, можно разграничивать теперь эти комнатки. Да, спасибо, Томми, я понял. Итак, разграничивание комнат, значит, да? Во-первых, мне надо похавать, а то я сейчас, кажется, сдохну. Ями. Окей, разграничивание комнат начинается с самого начала. Но для того, чтобы понимать... Ах ты, падла мелкая. На! А я не попал. Да чтоб тебя, почему тебя солнце не бьет? Ты... Мелкая скотина. Забери это дерьмо. Так, значит, смотрите. Во-первых, нам нужна лестница. Здесь центр в 2 блока. То есть чисто в теории 2 блока можно использовать под лестницу. Мне это нравится. Допустим, первая комната будет у нас... Можно ее, кстати, соединить с 2-м этажом будет. Ну ладно, с этим разберемся. Давайте пойдемте. Давайте и пойдемте. Кто это там нахрен? А, это осел. Окей. Ладно, мне нужно дерево. Березовые доски — это прекрасно, но мне нужно больше дерева. Вот, например, вот столько. Дуб создайся в обычные доски. А зачем я их, простите, делал? Я что-то как-то и подзабыл. А, ну да, я вспомнил. Они мне не нужны были. Я почему-то решил, что у меня будет лестница деревянная, а потом вспомнил, что нет, она должна быть каменная. Поэтому вот так вот сейчас. Вот так. И вот так. И вот так. И, возможно, даже так. Их, в принципе, хватить должно. 16 лестниц в кармане имеются. Вот что у нас происходит. Значит, лестница, как я говорил, она будет такая буквой П. Вот, если это можно вообще так называть, это не по плану. Так. Может вот так сделать? Как думаете? Или все-таки не стоит использовать гладкие блоки, лучше всего использовать обычные? У меня, вон, кстати, еще камни есть и булыжник. Что как бы намекает, что булыжник есть смысл переработать вот в это. Так, ладно, продолжаем. Давайте попробуем гладкими все-таки обойтись.
Опять гладкие, опять лестница. Опять гладкие, опять лестница. Итак, до самого верха. Вопрос только, где этот самый верх закончится. Как я говорил, у меня будет три блока потолок, чтобы можно было внутри ходить и делать какие-то коммуникации, потому что мне еще нужно освещение сюда завести. В общем, дел навалом. И это я сейчас просто разграничиваю места, где будет лестница. Понятное дело, что сама лестница будет уже выше. Вот так вот. Что в целом, кстати, и не бесит меня особо. Меня обычно бесит моя лестница, а тут вроде бы как особо и не бесит. Странное дело. Ладно, едем дальше. Здесь сделаем, здесь сделаем. Что там дальше? Раз, два, три. Раз, два, три. И лесенка. И вот здесь еще две. И смотрите, как идеально получилось. Ну и вот. А дальше смотрите, какая тема будет. Дальше у нас будет, как я говорил, буква П. Вот такая. Вот как-то так, наверное, может, есть смысл сделать. Мне, правда, не нравится этот проход. Он должен быть как-то повыше, наверное. Ну вот да, где-то так, наверное. Вероятнее всего, вот так. И тут какое-то ограничение, возможно, забор или еще что-то должно быть, чтобы, типа, я свою задницу не уронил вниз. А дальше платформа из двух блоков. И вот с этой стороны... А, да, и не нужна лестница, получается, точно. И вот с этой стороны мы идем дальше вверх. Все идеально. Отлично, да, я так и хотел, мне нравится. Единственное, только вот эти дырки, само собой, надо вот так вот закрыть, чтобы они не мозолили глаза, и вуаля, лестница готова. Вот так вот. Вот, ну вот это, конечно, не по плану, но все равно. Шикарно, мне нравится. Итак, вернемся к нашим баранам, а точнее комнатам. Значит, первая, самая важная комната, это будет первичная обработка ресурсов. То есть там должен стоять дробитель, экстрактор, вот такая вот всякая хрень. Вероятнее всего, я сделаю ее вот здесь. То есть мы прорубаем двойную дверь. И, собственно, ставим сюда эту самую двойную дверь. Но я бы хотел, чтобы дверь у меня была не обычная, то есть не... О, подождите, подождите. Смотрите, как свет через окно... А, все, ладно. Началось опять у меня. Люблю свет, понимаете? Обожаю это дерьмо. А где, кстати, мои лампы? Куда я их положил? А, они, наверное, у карьера. Кстати, о карьере. Черт, короче, ждем утра и идем к карьеру. А, вот они, лампы. Я решил взять с собой лампы для того, чтобы положить сюда вот эти вот штуки, метки. Мне нужны еще рычаги. А, рычаги, это камень и палка, да? Давайте сделаем вот так и вот так. А, черт, я понял, нужен булыжник. А булыжника нет, вот простите. Я хотел просто поджечь лампы в потолке. А, давайте две воткнем. И еще вот смотрите, какая идея возникла у меня, пока я тут ходил. Я тут, видите, потренировался ночью, пока пережидал. В общем, смысл в том, чтобы сделать здесь колонну. Вот сколько здесь? Раз, два и раз, два. То есть колонна должна быть либо в два блока, либо это будет несимметрично. Но вот, вот если вот так вот сделать... А если две колонны? Ну-ка. А вот так уже прикольно смотрится. Я бы даже, честно говоря, вот так вот сделал. То есть как будто, знаете, подпорка потолка, потому что здесь у нас... Ну, потому что здесь у нас, вот. А больше ничего знать особо и не надо. И у меня, по-моему, нету больше гладких. А есть, все отлично. То есть здесь можно реализовать то же самое. Вот так. И, блин, опять я последний блок не такой сделал, как хотел. Все, вот таким вот образом делаем. Тут у нас будет, само собой, сколько получается? Раз лампа, два лампа. Две лампы, либо можно одну двойную поставить. Ну, короче, посмотрим, поживем, увидим. Мне в любом случае еще глоустоуну надо, хренову гору. И вот у нас что получается. У нас вот здесь будет дверь, которую я так и не сделал, потому что мне не очень нравятся дубовые двери. Но можно сделать дверь из этой самой, как она, березы. Да, вот видите, здесь получаются такие двери. А из березовых досок двери получаются посимпатичнее. Вот давайте спилим. Вообще, в принципе, можно срубить много деревьев и посмотреть, какие самые интересные двери визуально. Осел, твою мать, не мешай мне. А тут что-то не залезть, как бы. Это дубы, дубы мы с вами видели уже. У меня, кстати, кончается еда, поэтому мы сейчас сходим пофермерить немножечко, потому что надо хлебцев себе сделать, пожевать. Давайте вот эту березу срубим и посмотрим, какие будут двери из ее досок. Так... Береза, здравствуйте. Это мы все забираем. А, черт, как больно. Кто-то мне говорил, возьми рукой и попробуй сбрить эту.
как она называется, пшеничку. Я попробую обязательно сегодня это сделать. Ага, вот видите, они такие прикольные входные. Но это больше похоже на домашние двери, поэтому мне как-то бы не подходит. А вот такие мне, в принципе, пока нравятся. Если я найду двери интереснее, обязательно поставлю их. Так что давайте, первая комната будет у нас здесь. Вот раз, два. И все. Да, и все. И можно, в принципе, делать стены. А вот стены внутренние я бы, честно говоря, хотел сделать из кирпича. Но мне нужны коксовые печки, следовательно, кирпич отпадает. Так. А давайте-ка я и здесь сделаю окантовку из вот гладких блоков. Это будет клево. Так, это сносим, это тоже сносим. Хорошо, что двери не присобачиваются к стенам, иначе у меня бы мой план рухнул бы, как карточный домик. Так, и вот так. Во, отлично. И сюда можно будет повесить табличку с наименованием комнаты. То есть, о чем эта комната? Потому что у меня память короткая, я хочу все знать и все помнить. Доводим стены до потолка. Потому что дальше будет потолок. И надо понять, до какого места она у меня будет, собственно, проходить. Смотрите. Ну, то есть, здесь же будут разные комнаты. Дальше у нас входы будут в них уже сбоку. То есть, в чистой теории, оставляем еще здесь два блока и делаем уже стену. Стена будет, само собой, глухая. Вот такая. И да, нижний блок нужно делать из гладких, потому что они красивые. И, наверное, у меня сейчас бы гладких-то не хватит. Но было бы классно, если бы хватило. Так, что у нас тут под потолком? Под потолком у нас та же самая история, что и всегда. Нужно сделать его гладким блоком, потому что все должно быть в одном стиле. Фабрика фабрикой, а дизайн по расписанию. О, спасибо, что забрал. Здесь еще надо с крышей, блин, поработать. Наверное, я поторопился стены сейчас сделать. Мне сейчас надо мрамором крышу доделать. Вот что я думаю. Тогда и снег уйдет, и все остальное. Вот как-то так. Ну, типа крыша есть. У меня тут, чувствую, я буду зомби спавниться ночью, потому что я еще ни черта не доделал. Но тут уж ни хрена не поделаешь. Где мой гладкий булыжник? Вот он, здравствуйте. Это сюда. И вот это вот сюда, чтобы я мог залезть вот так. На крышу так будет просто проще крышу крыть. Крышу крыть. Что-то я как-то до карьеры-то особо не дошел, да? Ну ладно. И опять жатва кончается. Да какой тут карьер? Тут есть надо. Господа, мой прекрасный гранит кончился. Но вот смотрите, сколько процентов территории я смог доделать. Учитывая, что у нас вечер, нужно поторапливаться. Мне нужно собрать пшеничку и добраться до карьера. Но, скорее всего, что-то одно я не успею, вероятнее всего, карьер. Так что бежим-бежим, со всех ног бежим. А то будет очень обидно, если я сейчас сдохну. В карьере, собственно, надо забрать кирпичи. А здесь мы сейчас с вами находимся для того, чтобы забрать древесный уголь. И, кстати, да, спасибо, ребята, за советы. Я что-то тупанул и пропустил этот момент. Только что вспомнил, вот пока об угле думал. А я люблю думать об угле. Нет, видите, не собирается. Попробуем вот так. Нет, тоже не собирается. Так что идем по стандарту. Все, пшеничка есть. Давайте засадим все это дело. Мне кажется, нужно еще пару грядок сделать будет. Хотя меня и одна неплохо кормит на самом деле. Коровка, хорош пыхтеть. Не пыхти. У тебя жизнь еще проще, чем у меня. Так что не надо тут. Все, засадили. И это дело можно выкидывать. А это дело мы сейчас превратим в булочки. Булочки, где вы? Булочки, вот они. 17 булочек есть, можно похавать. И, кстати, мне еще нужно сделать лопату, потому что моей настала хана и... А, черт, я понял, я молодец. Ладно, сделаем еще топорик. Потому что топорику точно скоро хана. И погнали копать уголь. Я надеюсь, я не помню, я закончил свою мысль, нет? В общем, короче, уголь надо делать в блоке, и тогда он будет эффективнее. Вот мы сейчас с вами это и будем делать. Сначала срубаем, превращаем уголь в угольные блоки. Все у нас будет прекрасно. Главное, чтобы места в инвентаре хватило, в чем я на самом деле дико сомневаюсь. Здравствуй, уголь. Вот как тебя много-то здесь, а? Обалдеть. И нужно, вот нужно. Что у меня тут лишнее? Двигатель поваляйся пока здесь, и ты камень тоже. Так, мне нужна земля. Пшеничка, отвали. Во. Смотрим, значит, уголь. Можете вот так складировать? Нельзя, нужно обязательно верстак. Я вас понял. Я вас понял. А, еще и вечер, черт подери. Ну,
мы делаем все быстро. Это выкинуть, это взять, это выкинуть. Чик, значит, уголь. Вот угольный блок. Берем и делаем вот так. Четыре блока есть. Чем у меня тут еще пепел? А пепельные блоки можно делать, кстати? Нельзя. Я понял. Смотрите, здесь этого рецепта нет. Это я из обычного угля сделал блоки. Беда. Ладно, придется вот так ручками выкладывать. А вот этот звук мне не нравится. Так ты, падла. Отдай мои булки, козлина. Вы видели? Он булки спер. Срочно нужен чемодан. Так, и забираем, выкладываем. Значит, все, что мне сейчас не нужно, сюда. Забираем это. Забираем уголь. А то пропадет, и все, до свидания. А еще положим пепел сюда. И вот здесь вот был уголь, который я забрал, отлично. Обалденно, делаем угольные блоки. Из древесного угля. Черт, вы посмотрите, как его много, просто ужас. Бабах, просто бабах, кто-то идет. Эх ты, падла, я тебя услышал. Я тебя услышал, как ты пытался подкрасться ко мне. Все, у меня есть куча просто угля, угольных блоков. Это все забираем. Что-то не хватило. Я понял, дверь в задницу. Ты не пройдешь. И тот, который идет сзади тебя, тоже не пройдет. Че я взял? Какую-то хрень. Ага, моя дверца. Слушай, на дверь. На дверь построй себе гребаный дом. Посмотрите. Ау! Сзади нападать. Это очень по-мужски и по-зомбиковски. Ждем утра. Придется пока здесь остаться. Я жив, а они нет. А ты кто? О, ты скелет, прости, помешал. Располагайся, собственно, я довольно гостеприимен. Знаете, что мне точно не нужно? Стаместка, вот эта сломанная дверца мне не нужна. Сейчас пепел сложим весь в сундучелло. И можно отправляться отсюда уже нафиг. Так, до свидания, пепел, до свидания, пепел. И до свидания вот эти ростки, они мне тоже нафиг не нужны. Это забираем, сундук вот я оставлю пока здесь, пускай будет. И, в общем-то, все, да? Да, коровка? Все, я тоже так думаю. Теперь у нас есть сколько? У нас есть 64 блока угля и 4 угольных блока. Можно это все поделить на 4, на 5 частей даже и запихать в мои эти двигатели. Это будет эффективнее, чем таскать эти стаки угля. Я что-то раньше просто тупо не додумался до этого. Так что спасибо, ребята, что подсказали. Ну и, в общем-то, все. В принципе, сейчас я, наверное, с вами попрощаюсь и побегу карьеру забрать булыжники. Дальше, значит, в следующей нашей серии мы продолжим строительство моей фабрики. Единственное, только нужно будет где-то взять гранита, потому что, видите, у меня его было дофига, а хватило только от процентов на 30%. Что как бы меня не очень устраивает, хотелось бы побольше. Поэтому, да, буду пытаться добывать гранит. Давайте добежим карьеры, я там попрощаюсь с вами. Не ори, осел, ты бесишь меня уже. Потому что, возможно, там есть гранит, и я его тогда сразу тоже заберу. Потому что мне гранит очень нужен. Мне нравится гранит, на самом деле, он как шерсть выглядит. Такое ощущение, что карьер уже встал. Да, стоит. А стоит, потому что уголь кончился. Кончился же, кончился. Вырубаем тогда все это безобразие. Смотрим сюда. Смотрим сюда. О, мрамор есть. А я сказал, что гранит? Ну, в общем, мрамор, вы поняли меня. Обалденно. В общем, господа, все идет пока по плану. Давайте я вот это вот заберу обязательно, да. И сделаю себе вот эти блоки. Вот так вот. А еще хочу блоков. Вот так. Все, да, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, наконец-то я доделал первый этаж. Комнаты закончим во второй части, так же как и крышу. И в принципе, наверное, основная будет задача на следующую серию протянуть энергию. Да, чтобы у меня лампочки загорались от того, чтобы я дернул рычаг в здании. Вот, потому что у меня ресурсов нету сейчас на то, чтобы скрафтить датчик света. Сейчас мы посмотрим, кстати, как делаются провода из редстоуна, потому что это прямо очень важно. Вот у нас есть такой замечательный мод, как Project Red. И вот у нас есть замечательные провода, которые делаются из слитка красного сплава, который, в свою очередь, делается из... серьезно? Компонент? А, твою мать, мне еще и железо придется потратить. Потрясающее дерьмо! То есть, короче, получается... А сколько здесь? 3, 6, это самое, 8 этих, 8
8 грудок редстоуна и 1 слиток дадут мне в перспективе, получается, 12 проводов. А, хрен там плавал. Этого мало, ребята, этого мало. Что, прямо редстоуном, что ли, проводить? Ну, прям мне не нравится, сколько получается, на самом деле. Изолированный провод, краситель и просто провод, да? А, это выкрасить, окей. А так шерстью обкладывать, и получится изолированные. Изолированные нужны для того, чтобы тянуть различные цепи рядом, чтобы они не соединялись друг с другом. Все, короче, ребята, спасибо за внимание. Услышимся в следующей серии. Ух, нас ждут великие дела. Я даю покушечки.